Не только умницы, красавицы и спортсменки, но и настоящие акулы пера и мастера слова. 2 месяца участницы конкурса красоты и копирайтинга боролись за титул «Мисс Медиа». На победу претендовали более 20 представительниц медиасферы Ульяновска. Журналисты, пиар-специалисты, блогеры, редакторы соревновались в профессиональном мастерстве. Идеальное решение для того, чтобы собрать воедино красоту, журналистику, новые медиа. Все это присовокупить друг другу, и чтобы вышел идеальный, красивый, фантастический, яркий результат. Финал конкурса прошел в ресторане Day and Night. В течение всего периода девушки выполняли задания, связанные как с написанием текстов, так и с умением подать себя. Сама презентация, блиц-конкурс, вопрос-ответ, работа перед объективом во время фотосессии и специальные задания от судей. Всеобщее обозрение. Вышли девушки, которые обычно находятся по ту сторону, скажем так, компьютера. Да? Они находятся в онлайн. Это блогеры, которых мы не видим. Мы можем судить о них только по фото и видео. Естественно, участвовали многие мои коллеги, которых я знаю. И тем интереснее было сравнивать, что они могут. Главный приз – путевку в Сингапур и звание «Мисс Медиа» получила руководитель пиар-службы дирекции спортивно-массовых мероприятий Анастасия Подгорнова. Я не помню таких конкурсов, в которых бы было столько достойных. Все достойны быть мисс медиа. Это мое мнение. И, естественно, в такой жесткой конкуренции я не могла предполагать о своей победе, потому что соперниц было крайне много сильных. Другие участницы без подарков и поздравлений не остались. Каждая получила свой неповторимый титул.